Более 1000 сообщений нижегородцев, и все они услышаны. На минувшей неделе Центр управления регионом выявил 1015 сообщений жителей Нижегородской области в социальных сетях. Из них 95% оперативно отработано. Жителям оказана необходимая помощь, даны разъяснения по волнующим вопросам. Один из ярких примеров – устранение коммунальной аварии в Семеновском районе. Жители деревни Полом городского округа Семеновский написали на странице губернатора Глеба Никитина о том, что в домах пропала вода, потому что замерзла водонапорная башня. Сообщение зафиксировал ЦУР и оперативно передал их в администрацию городского округа и муниципальные предприятия «Горводопровод». Проблему тут же решили. Напомним, Центр управления регионом был запущен в апреле 2020 года. Проект реализуется в рамках исполнения поручения президента Владимира Путина совместно с федеральными партнерами «Диалог». Основная задача ЦУРа – обеспечить прямую и эффективную связь между жителями и властью с целью решения проблемных вопросов и предотвращения их в будущем.